израильтяне послушно наступают на украинские грабли. Когда они впервые вышли на улицы якобы против судебной реформы, я спросил: «Ребята, вы на каком складе отоваривались? Они же все пришли с одинаковыми флажками и на одинаковых палочках. Кое-кто даже бирки не оторвал. И прыгали как-то подозрительно знакомо». И сказал я: без Льва Давыдовича не обошлось. Для тех, кто помоложе, поясню. Без Льва Давыдовича – это как без Вики Нуланд с ее печеньками. С таким же успехом эти люди на улицах могли бы протестовать против некошерного цвета галстука Нетаньяху. Просто подумайте, с какого возраста человек начинает интересоваться Конституционным судом. А теперь приглядитесь, какого возраста протестная масса. Тут и оно. Вы видели нормальную, спонтанную демонстрацию с лозунгами, написанными фломастером на картоне, с самодельными прочими атрибутами протеста, куда приходят люди сознательного возраста, понимающие, за или против чего они выступают? Сценарий не меняется. Сначала послушная молодежь тусуется с флажками, потом в ход идут покрышки, фаеры и все такое. Демонстранты перекрывают въезд в Тель-Авив, потихоньку становится весело. И поскольку дело происходит в Израиле, очень хочется спросить: так и шо, это такие еврейские погромы теперь? Уже не важно, что Нетаньяху сдал назад и притормозил судебную реформу, а президент Герцог опасается гражданской войны. Процесс пошел. Кое-кто даже сподобился в Кнессет пробраться, как в Капитолии 6 января. Пример подает. Кажется, кураторы вошли во вкус. И картинка выходит на славу. Вон, как они послушно фонарики зажигают. И плакатик пафосный успели сварганить, понимаешь? Красота!